Тематика работ Стажарова определилась еще в ученические годы, когда студент художественного института имени Сурикова совершал поездки по родной стране. Красота русской земли, ее старинная архитектура, простой быт обитателей северных деревень – все это запало в душу молодого живописца, посвятившего свое творчество России. Мир простых и скромных вещей предстает на удивительно поэтичной картине «Хлеб, соль, пратина». Стажаров умело подобрал предметы для этой композиции. Зритель видит караваи хлеба, вышитое полотенце, эмалированную кружку, бутылку. Самые обычные детали, соседствующие рядом со старинной пратиной, на боку которой висит чарка. Картина лишена бытового начала. Все представленное на ней не просто элементы скромного человеческого быта, а образ прочности и мощи земли. «Хлеб, соль, братина» – один из самых известных натюрмортов Владимира Федоровича Стажарова, на котором мы видим мир вещей русской деревни. Художник отобрал для своей работы такие предметы, которые удивительно просты и в то же время прекрасны. Все детали натюрморта нарисованы художником так, что они словно рассказывают о себе и своих хозяевах, разговаривая со зрителями картины. Мы видим и старинные вещи – братина, рушник, и современные – бутылка, кружка, караваи хлеба, целые разрезанные, поджаристая румяная корочка, ароматный мякиш, хлеб всему голова, вложен труд многих людей, трудились от зари до зари, соль и солонка. Солонка выточена из дерева, форма уточки, видим голову, шейку, хвостик, соль – дорогой продукт, варили и пекли без соли, добавляя в еду за столом. Братина – старинная русская посуда, сосуд, разливали напитки, деревянная ложка, ковш, расписана яркими красками, форма уточки, по-особому красиво. Любили красоту природы, могли создавать красивые предметы своими руками. Рушник. Нарядное полотенце. Красное с черным вышивка, по краям замысловатое кружево. Рассказал об умелой хозяйке. Рушники вышивали, кружево плели. Многие из этих вещей старые, ими долго пользовались люди, но они по-прежнему добротные, крепкие, красивые. Это вещи-труженики. Они помогают в быту людям. Художник, изображая простые знакомые предметы, хотел, чтобы мы, глядя на картину, вспоминали прошлое своей страны, задумались о важных жизненных ценностях, поразмышляли о человеческих качествах, свойственных русскому народу. Автор натюрморта не просто написал красивую картину, глядя на которую радуется глаз. Вольно или невольно, он преподнес нам урок исторической памяти, доброты и человечности. Наверное, он хотел, чтобы мы преклонялись перед своим прошлым, задумывались над настоящим, стали лучше, добрее, человечнее.